Всем привет, дорогие друзья-автомобилисты. Продолжение рубрики «Ответы на вопросы подписчиков». Очередной интересный вопрос от подписчика канала Анна Пастернак. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, всегда лью 5W30 Dexas 2. Допуск удалила катализаторы. Какое можно лить масло 5W30? Автомобиль Chevrolet Epica. 2.0 бензин. С допуском или без разницы? Ну, вы же удалили катализатор. Ну, все уже. Теперь уже эти допуски вам как бы все до лампочки. Поэтому Dexas 2 вам уже как бы нет смысла заливать. Можете заливать какое-нибудь другое масло, которое идет даже там, где нет катализатора. Потому что у вас уже нет катализатора. Вы его удалили. Вот так все просто. Друзья мои, я думаю, что никаких проблем. Теперь уже можно заливать любое масло. Так же, как вот я сижу сейчас в автомобиле, в который необходимо заливать масло со специальными допусками. По той причине, что в нем установлен сажевый фильтр. Но его вырезали до меня, и я уже знаю на 100%, что сажевого фильтра здесь нет. И раз его нет, значит, мне уже эти допуски тоже дал лампочки. Я заливать могу масло другое совершенно. Главное, чтобы это было качественное масло и по вязкости подходило моему двигателю. Ну, а насчет вот этих вот допусков к катализатору или сажевому фильтру, то тут уже роли никакой не играет, так как у меня нет сажевого фильтра, а у вас нет катализатора. Надеюсь, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх. Подписывайтесь на мой YouTube канал, а также на канал в Дзене. Вот он, QR-код. Наводите камеру своего мобильного телефона на этот QR-код. Переходите по ссылочке, подписывайтесь на канал Дзене. А если вы смотрите мой канал с мобильного телефона, то под видео в описании есть ссылочка на мой Дзен-канал. Пожалуйста, нажимайте на эту ссылочку, переходите на мой Дзен-канал и обязательно подпишитесь. На случай непредвиденных обстоятельств, чтобы мы всегда оставались с вами на связи. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях как можно больше. Всем пока!